Минувшую пятницу куравчане чествовали педагогов. Мероприятие, посвященное профессиональному празднику учителей, состоялось в городском центре культуры и досуга. Внимания много не бывает. Решили в Куравском и организовали свой праздник ко дню учителя, чтобы еще раз в торжественной обстановке выразить учителям признательность и восхищение. Педагогика – это искусство, а с другой стороны – это наука. А воспитание наших молодых, в первую очередь, людей. А педагоги, наверное, это наши самые главные искусствоведы, которые делают из наших детей замечательных граждан города Куравского, Ореховзуевского района, Московской области, да и всей России. Сегодня каждый из вас делает все для того, чтобы наши дети, наши детишки, они были умными, были красивыми, были здоровыми и были всесторонне развитыми. Уважаемые педагоги, разрешите мне поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем Учителя. Пожелать вам самое главное – крепкого здоровья, благодарных учеников, хорошей заработной платы. Всего самого доброго и всего самого наилучшего. С праздником! С Днем Учителя! Работа учителя – тяжелый труд, требующий самоотдачи, терпения и любви. Награды достоин каждый педагог, поэтому в праздничный день на сцену вызывали многих. Для них почетные грамоты и благодарственные письма подготовили депутаты областной думы, глава района и города. Выразить признательность учителям на праздник приехала депутат областной думы Линара Самединова. Я хочу пожелать вам, чтобы у вас не скончалась энергия, чтобы вы всегда, у вас были горящие глаза, чтобы у вас всегда был оптимизм и уверенность в том, что вы делаете. Конечно, хочу пожелать благодарных родителей и учеников. И, естественно, хороший результат вашей работы – это успешные выпускники. Поэтому пусть выпускников, за которых вам будет по-настоящему брать гордость, будет как можно больше. С праздником вас! Каждый гость праздника сказал педагогам немало приятных слов. И, конечно, учителей поздравили артисты и творческие коллективы города. Неожиданным сюрпризом стало выступление народного артиста России Владимира Девятого.